В Магнитогорске водители по совместительству кондуктор попытались высадить ребенка из общественного транспорта. За школьников вступились пассажиры, завязался скандал. Все слышали. Вы вообще не понимаете, да? Мы прекрасно все понимаем. Вы почему меня нахамили? Что значит подавитесь? Я вам дала деньги за проезд ребенку. Мальчик зашел в салон и не оплатил проезд. Увидев, что ребенка высаживают из транспорта, деньги протянула другая пассажирка. Но сотруднице городского транспорта не понравилась манера подачи денег. В итоге началась словесная перепалка. Дали деньги, вам дали деньги. Вы их швырнули и сказали, нате, подавитесь. Все закончилось тем, что, отдав билет за проезд ребенка, трамвай поехал дальше. Напомним, что в Госдуме принят закон, запрещающий водителям и кондукторам высаживать безбилетных детей из общественного транспорта.